Казачество сильно не только своими традициями, но и тем, что они реализуются в сфере юношества. Подрастающее поколение, увлеченное патриотическими идеями, старается подготовиться к тому, чтобы занять свое достойное место в казачьих рядах. Мы побывали на спартакиаде среди казачьей молодежи. Андрей Вишневский с подробностями. 11 команд собрались в легкоатлетическом манеже «Олимпиец» для того, чтобы принять участие в спартакиаде классов казачьей направленности школ Славянского района. На торжественном открытии соревнований представители районного казачьего общества и детско-юношеского центра «Патриот» приветствовали ребят, отметив, что для казачат спартакиада не просто возможность помериться с силами, это всегда большой спортивный праздник. Это очень важно для казачьих хуторов, станиц. Поэтому во все времена, история, мы помним, когда готовили казаков к войне, тыл были девушки, женщины, а парни защищали наши родную территорию, рубежи русского государства. Вот. Поэтому сегодня мы готовим также молодежь подрастающую к тому, чтобы они были готовы в конце концов быть хозяевами своей территории, выступить на защиту своей родины, быть мужественными, смелыми, готовыми в любой момент, значит, принять на себя эту тяжелую ношу. Это патриотизм, это участие молодежи в таких мероприятиях. Оно формирует, в конце концов, мужские качества, формирует дисциплину, формирует настоящих людей. Для того, чтобы хорошо выступить на состязаниях, нужно было иметь меткость и верную руку, чтобы преуспеть в метании на точность, умение в разборке-сборке автомата Калашникова и снаряжении магазина патронами, а также продемонстрировать быстроту и командный дух комбинированной эстафете и силу в подтягивании на перекладине и перетягивании каната. Да, нам на самом деле очень интересно заниматься военно-прикладными занятиями, разбирать автоматы, бегать, подтягиваться, собирать магазины. Это очень увлекательно. У нас очень дружная команда, и мы сегодня постараемся занять высокое место. По итогам соревнований первое место заняла команда Петровской 29-й школы. Серебро досталось черноярковцам из 48-й школы, а бронза ребятам из Анастасиевской 28-й школы. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».